То есть ни рытвин, ни сколов, ни вмятин, ничего нет. Горка для самых маленьких посетителей проверена. Ограждения стоят прочно, поверхность без повреждений. На очереди большая горка. Именно она вызывала большие опасения у сотрудников администрации. Как мы видим, конструкция самой большой горки не нарушена. Основание у нас довольно-таки плотная застройка. После плюсовых температур, мне кажется, никаких изменений не произошло, поэтому считаю, что угрозы жизни нет. По итогам сегодняшнего обследования будет проведен косметический ремонт. Швы на стыках ледяных блоков прольют водой. Никаких серьезных поломок нет. Однако риск для разрушения городка может создавать не только теплая погода, но и неосторожные действия. Так ледяная фигурка мыши была сломана. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы, может быть, следили за своими детьми, потому что все равно неприятно. Округ тратит на это деньги, а кто-то ломает. Впрочем, детвору от веселья не удержать. И не дожидаясь заключения комиссии, они вовсю катаются с горок. Марина Богатырева, Андрей Назарук, ОТВ МИАС.